Президент России Владимир Путин провел заседание Государственного совета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. Напомним, председатель комиссии совета – губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он представил главе государства предложения в области молодежной политики. Накануне, во время подготовки к заседанию, глава Арктического региона отметил ряд направлений работы в области молодежной политики, которые требуют внимания на государственном уровне. В первую очередь, это молодежная инфраструктура и кадры в отрасли. Социальные лифты для молодежи, работа с участниками воспитательного процесса, гражданская активность и волонтерство, занятость молодежи, патриотическое воспитание в условиях СВО, развитие молодежной медиасреды. Подробнее о заседании мы расскажем в следующем выпуске новостей.